Раз, два. Поехали. Мы в жизни многое видали, узнали, постигли, превозмогли. В Реутовском парке «Фабричный пруд» прошли съемки видеоклипа группы «Семейный круг». Песню «Снова вместе» написали Людмила Миронова и Александр Носков. Александр выступил и режиссером музыкального видео. Я иду и пою, да, на камеру работаю. А вы все стоите за ним, за оператором. И когда ваша строчка, вы просто выходите вот сюда, раз, и вы уже в кадре, понимаете, да? То есть не нужно где-то стоять по бокам, а именно надо стоять за спиной у оператора. Идея снять клип на песню, которая была написана во время пандемии, появилась спонтанно во время традиционных посиделок музыкантов семейного круга в Реутовской библиотеке на Некрасова. И вдруг родилась у нас вот идея снять клип именно на эту песню. И Светлана Ивановна, заведующая библиотеки, она сказала, что это очень актуальная песня сейчас. И, в общем, вот это стало таким движком, таким, как сказать, зажигалочкой для начала подготовки и, собственно, самих съемок. Участниками съемок стали многочисленные друзья музыкантов со своими родными и близкими. Место в кадре нашлось для всех, ведь песня «Снова вместе» о вещах, которые понятны каждому. Это песня о семейных ценностях, о том, что нам надо всем объединяться и как бы в масштабах семьи, и даже в масштабах страны, что уж тут говорить, да. Потому что мы слишком разъединены, на мой взгляд. Вот. Поэтому, может, все с нами такие вот и метаморфозы и происходят. Премьера клипа состоялась в социальных сетях группы «Семейный круг» 8 июля, в День семьи, любви и верности. И кажется, это почти домашний ролик получился очень эмоциональным и искренним. Мы снова вместе поем песни, он, она и ты, и я. Мы снова вместе, снова вместе, не